Итак, всем привет! С вами канал Александра Богинского «Игра на гармонии». По просьбе моих подписчиков видеоразбор «Три пути, три дальние дороги». Просили сделать видеоразбор по видео от седого баяниста, от Якова, там, где он играет на баяне. По счастливой случайности тональность гармошки совпала с тональностью, которую играет Яков. И вот мы сейчас с ним попробуем сыграть вместе, и потом я сделаю разбор. Поехали! Мелодия простая, она состоит из вступления. Ну, как проигрыш, я не знаю, как считать. Песня для меня это была незнакома. Я у Якова ее первый раз услышал, поэтому играю так, как играет он. Он играет вступление, потом играет куплет, но немножко отличается от куплета. И потом опять поет, уже чуть по-другому играет куплет. Поэтому вступление. Начинаем с ре минор.
Куплет. Первый раз Яков играет вот таким образом. Себя добавляем. Бас играем ля. На басах играем. А здесь на правой руке. И опять. Яков играет немножко по-другому, вот начало куплета. Потом просто можно перейти в третью октаву. Такая мелодия, такая несложная. Всем удачного разучивания. Всем пока, до новых встреч.